Мне кажется, дальше по сюжету, наверное. Экономили. Экономили. Так, да. Я в золотой цвет перекрашу, чтобы мы различали. О, я голден. Бой. Все пойдем. А, блядь. Так, мы должны сейчас будем кого-то отойти, я так понял. Какого-то агента Смита, блядь. 007. Написано. А я, кстати, золото подобрал, тебе перешло оно? Ну-ка, давай-ка я возьму, сейчас проверим. Тебе дали деньги? Я 300 за... По какой-то. А, ну все, значит, если кто-то подбирает деньги, значит... Общий, шарит. Общий. Да-да-да. Money. Блядь, вы... Джо-джо money. Сука, я не могу дальше идти, блядь. Громко надо будет чуть потише игру сделать. Чё ты, блядь, давай на блоках, а? Нормально. Так, сейчас я игру потише сделаю. Тут что орёт сильно? Да, у меня все чисто. Пони, я тебя слышу, нормально. Угу. Я не, просто у меня игра сильно орёт. Чё, блядь, я так не слышу её. О, бестиарий. Это бестиарий. Мистика. Fuck you! Я тут золото нашел. Да ладно, серьезно что ли? Я и без тебя знал, что она там, блин. Да не ожидал, на гейсик просто. О, красиво, красиво. Где ты видел красиво, блядь? Красиво. Он бежишь и все сияет. Есть такое, что дальше, блядь? Ну, красиво. Как вот оборотень света не боится? Что за ёбнутость? Это дневной, а? Все вампиры, а кстати... все вампиры одинаковые, все боятся ультрафиолета, блядь. А дневные не боятся. Ну как боятся, блядь? Когда играл в соло, здесь было четверо. Да? Да. На кого-то их уже четверо, я одного убил. Уже больше, блядь. Возможно, еще набегают. Да, на пиши ты какой-то там, блядь, варшавят. Я по тактике просто. Хуяхтики! Там вниз где-то пролет должен. Просто больше ничего. Ой, а челика спас, из него золото выпало, прикинь. Так он мертвый. А этого тоже спаси, или с этого не спасти, а этого нет. Так, тут спуск вниз есть, больше ничего вроде. Больше ничего. Там. Ну пойдем вниз туда. Там деньги если. А, забери, если. Короче, здесь вот эти? Да. Тут, короче, здесь Gears of War, блядь. Здесь бог войны, блядь. Потом еще. Че я тут еще? А, че еще? А, буль этот, как его? Булестром, блядь, Булестром 2. Булестром, да, да, клевая штука, кстати. Вот. Что тут? Что своего нифига нет? Вот. И здесь кино. От заката до рассвета взяли чуть-чуть. Ну да. Короче, здесь... Не, ну прикольно, я побегать, не... поубивать вампиров, демонов. Нихуя своего не придумано. Фантазию... Хочешь. Слева, иди. Так. Слева. Налево? Да. Не направо? Ну давай.
Ух ты, новый громила. Ты что, здесь не был, что ли? Не, не был. Я эту миссию не проходил. Тейпер, убивай сразу. Ай, больно. Ого. Гигантомания. Что этих гигантов много набежало? Все вдвое было. Там? Да. Найс. Так, можно вниз, можно наверх. Нет, только вниз. А что наверху? А. Мой персонаж не хотел. А, сундучок. Смотришь, бог войны. Видишь, да? Видишь, блядь? Нормально. А, тут еще... А, не, ну тут мы пришли, окей. Тебя Сашка... Бесишь ты его, нахуй. Это ведь это взаимная любовь. Я так и написать то должен. Взаимная любовь, блядь. А, точно, он же сверхобилки еще есть, я забыл. На вышку. У тебя есть волна. Волна. Мани, мани, мани. Блин, вот эти шорткаты немножко бесят. Убрать бы их, вообще было бы огонь. Ну да, вот эти срезы всякие. Короче, я начал писать сегодня по Ubisoft, чтобы... Тогда, да, там эту Валхалу уже появилось. Он такой, что-то там хуйни понёс, блядь. Ну вот, можно будет еще раз Валхалу купить. Вот. Потом я начал писать это. Nice. А, нет, он не начал. Гамучи скинул с Каримом. Да, 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 да. Я не знаю. Ну, Саня, ну ты пиздец, понеслась опять. Какой-то подземный жук, что ли? Дрожжи земли, че? Дрожжи. А, вниз, походу, да. Бог войны. Оп! Кратос, блять, нахуй. Окей. Ну вот обилки, кстати, прикольные, мне нравятся, типа вот это перемещение. Добивание прикольное. Босс убивать надо. А, они друг друга зовут, походу, да? Два сапога пара, блядь. Да, да, да. Ты тоже, да, видел? Да. Я таких отмешанных еще. Я говорю, Сань!
Графики 720p 2022 году, это для тебя норма, блядь. А мы с Петром современные люди, блядь. Мы любим играть в 4К, блядь. Правильно. А, там что-то прострелить надо было, что ли? Ну-ка. Давай, херач. Ого, крупные враги. Поголять, пока читал, меня бьют на... Бронированный какой-то. Во время этого не что-то заблокировать, я говорю. А, вот так. Ой-ой-ой! Фига он там бросается. Ой? Да-да. Первый босс, кстати. Работает. Ну да, кстати. Но толстенький, кстати, довольно. Да ладно, он тебе положил? Ну-ка. А как тебя поднять? А, всё. Всё, чётко. Наконец-то. Жирнючий что-то жутко был. Так. Левел ап. Чё вкачать? Пятый. Угу. Прикольно. Ты все подкачался? Покачал.
Find the flying creatures most disturbing. They appear in large numbers. Protect. Что там идешь, Макес? Да, я качал его. Пошли. Не знаю, какая-то новая херня. Ой, я нычку нашел. Образ призрачная винтовка. Ух ты. Это скилл, походу. А как этой призрачной винтовкой пользоваться, вопрос? Непонятно. Вот она. Персонаж... Ну типа навык наш, навык какой-то интересный, ну ладно. Что-то, наверное, да, прокачивать надо. Так. Так. Yeah, looks like I'm getting closer to its nest. Иди. А как тут пройти? А, понял. Красненькая была что-то. Да, посмотрим. Поиск, походу. Фамильяр. Ха, да ладно. Живи. Застрял. Ага, я застрял. О, эти чё? Вампирики налетели. Да, готов. Christ, it's nothing like anything I've killed before.
Ент, блюм. О, брат, там город Калико. 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 О, бар. Нифига себе, смотри, какая цаца стоит. Цаца стоит. Where are you off to in such a hurry? Bar run out of whiskey? Jess, when we dragged your dad in here, there was an awful lot of blood on him. He'll be fine. Bastard's too damn stubborn to die. I've seen my share of battle wounds. The ones William got, no way even half of that came out of him alone. Somewhere between the falling airships and hopping boo-hags, I don't know. Could be that collateral damage wasn't the Tick's only objective. Could be they infected him? No. No fucking way. Jess, hold no fucking way. Think about it. The Institute is infiltrated, and they let both you and William walk away. Заразили, что ли, реально? When a Tick turns a familiar, they form a sort of bond. The Sire can see into the servant's mind. Now, they make that link with, say, the man who developed that weapon you're carrying. Edgar, our orders are clear when folks get infected. Infected means dead. Those are his own words. Breathe. I've got an idea. Remember that crap I brought from Lake Moripass? That plant that was supposed to be a base for a cure one day. I'm not gonna gamble my father's life on some swamp nerd's magic potions. It's not like we got a handful of aces here, Jess. Tabano and his lunatic spawn had taken the fight to us. And I sure as hell don't want to go to war without our general. Do you? All right. The plant might be back in the manor's ruins. I'll go check if there's anything left of the lab, and you... I go. You need to take care of the gauntlet. I don't give a flying fuck about the gauntlet. I'm not sitting on my ass while my father grows a new set of teeth. And no one asks you to. But if I fail, you and that gauntlet will be the only thing between us and a war we can't win. I got this, okay? Будет прикольно, если чаров еще наоткрывается. Какое-то количество. And stay close to William. Just in case I don't make it back in time. Какие цацы, смотри. Так, надо еще все смотреть, здесь что-то может быть. Ой, правда, что-то есть. March 1866. Одна из трех бумажек. Ну, Батяня лежит на втором этаже, помните? Ты-ты-ты-ты-ты. Так, ну все, походу, отсюда валить пора. Я что-то все вроде пробежал. Thank you,
back in one piece. They're waiting for... Do you have a moment, sir? It's a tragedy, the debate. Tears and that Harrow guy here, is Dr. Blackwell still calling the shots? I'm sure the government visited the manor often, but Mr. Harrow's not an agent. О, документы. I don't think he knows what he's doing. И это еще одни документы, по сути, должны быть в теории. And Calico doesn't even have that level of defense. Not that it did the manor any damn good. Что с ним собрал, да? Все, тогда с ней болтать надо, по сути. Подходи. Until recently, the Sanguisus reproduced by turning their familiars. A slow, but effective process. Now there's this new breed. Popping up like rabbits. They're fierce and resourceful, but still not anything we can class as an evolutionary step up the ladder. If anything, they're a step backwards, mindless and bloodthirsty. They're cannon fodder. This is DeBono's idea of an army. Humans turned to minions or whatever foul blood beasts they'll end up being. Foul blood? Precisely, sir. Splendiferously observed. I guess to know for sure we have to investigate McCallum's sawmill? McCallum's won't be an easy nut to crack. Without a working gauntlet, we can't penetrate its glamours. Guess it's high time to check up on our resident genius. God, why do I have to be such a pig? Paper, paper everywhere. I can't find shit in here. Oh, hi! Holy moly, where are my notes? As we all know, Faraday's mutual induction phenomenon. Virgil, take it easy with the jargon, please. You're talking to a field agent. Diamagnetism, polyphase system. You sure you don't want to hear my radiography joke about... never mind. Here it is. Long story short, I reverse engineered the disruptor mechanism and identified the problem. Its energy consumption is off the charts. Best engineer in the Institute, huh? Well, before you jump down his throat, perhaps we can give Virgil a chance to explain himself. Miniaturization has its limits. If you want a working disruptor like this, you have to accept the fact that it won't be, well, portable. Like Amelia so kindly pointed out, I'm a field agent, as in I go out in the field. If the gauntlet's not portable, it's useless. I don't mean to put your ass over the fire, but... Apparently you do. But... If we don't get it running, we're all done for. Can you make it work? Well, maybe if I could somehow get my hands on some spare coils from the original disruptor. Done. Where can I find them? Походу будем прокачивать еще нашу перчатку. Reports about a visual anomaly in a mining town called Baxter. It turned out to be a glamour. Director Rentier sent me there to deliver a crate of heavy electrical coils. They were designed to help our engineers disrupt the illusion. Unfortunately, before the team could collect any relevant data, the cell was destroyed by the ticks. Whatever they were hiding must have been important. They left no one alive. How will I know these coils, Virg? Just look for a miniaturized electrical resonant transformer. Okay, that's not gonna work. Pack your shit, kid. We're out in five. I'll go down first and clear the way. Try not to get killed or Blackwell skin me alive. Right. Roger that, Mr. Jesse. Ну да, снежный весь. Самое начало. О, прикольно, кстати, да? Шахта обычная, шахта чё? Красивая шахта, красивая. Как думаешь, покатаемся на ней? Some machinery there. I wonder if I can get it working. Dear Alice,
Так, вроде все. Ну-ка. Так, тут колотушка есть. Колотушечка. О, что-то еще здесь есть. Ништяк, сейчас почекаем. О, сундучело. Вот дальше. О, мне, кстати, мани пишет дофига мани, надо потратить. Да. Any luck with the coils? No, they must have transported them somewhere down those rails. But о, новая пуха походу. I'm gonna take it for a test drive. Да, что-то я вспомнил это Кастельванию сюда. Калечащий стержень. Выглядит кайфово. Ну-ка. Блин, кайф. Имба-пухи. Бас. Так. 1890. Документики. Так, тут какая-то головоломка, судя по всему. Down those rails. And how would I do that? There's gotta be another way down. Не понял. Перевернул, да? Давай, это у нас там спец по поездам. Фигачик. Ну-ка. Так, и что здесь можно сделать? Almost there. Gotta get to that other switch. Dear. Короче, надо как-то теперь наверх там залезть. Так, ну я все сверху собрал, что тут было. Прикольно. А, да ты типа убрал эту фигню, я могу по воздуху бегать. Ты должен залезть, теперь залезть туда и активируй рычаги. Маленький.
go. О. Классно, да? Да. Мы сделали это. That's a rusty shortcut, Verge. Well. Of course it's not working. Luckily, you have a faithful sidekick who can kickstart that thing. Так вроде чисто. One down. Now for the other two, and we can open the gate and get down there. Can't anything be simple here? Наверх, походу. Так, ну вторая я вижу. Ну как туда залезть? Нашел. И что нам как поехать? Сейчас походу поедем на этой колотушке. Сэр, are you sure about this? You said down those rails is the best way to go. Maybe the fastest, but the safest? А ты их катался, макет? You're no fun, Verge.
пункты. А где ты? А я не понял, а кто что там делает? Я стреляю, а ты где? Управляешь? А, ты управляешь вагонеткой? Я не знаю, я тебя не вижу. Ой, жопа. Пропускай, мы сейчас пропускаем. Угу. Получается, тот, кто залез, наверное, в вагонетку первый. Странное решение. Бля. А! Убью. Ладно. Я понял, кстати. Там... Давай, давай, хочешь ты, кстати, покрыгайтесь? А, не можешь? Ну ладно. Ну, видимо, только хвост, наверное. Я стрелку, да, разрушил. Да-да-да, я не заметил просто. Зачем? Это ты перевел? Так я не могу стрелять, вообще. А, окей. Я подумал, ты просто стрелки там переворачиваешь. Прямо! Прямо! Там динамит потом. Поворачивай! Хуй его знает. Американские горки какие-то. Ой, я. Доехали. Я прокатил.